в самом начале, стало настолько объединяющей, что вот на одной сцене стоят, ну, такой иногда на Лексусе бывает, да, типа, Смоки, Димас, я, Витёк. И Драго. Драго, Ебо, Каже, вот вижу. Короче, круто, что мы, ну, реально показываем, что хип-хоп может объединить. И из каких-то, в том числе, заковырок и ошибок прошлого, которые у каждого человека в карьере есть, может что-то родиться крутое, что вы сможете сегодня насладиться. Я видел черновую версию монтажа, мне очень понравилось. Вот, там еще была вот эта финальная нарезка недобита, я надеюсь, сегодня увижу просто разрыв. И Рома еще представит. Спасибо. А можно бы еще одного главного героя?